Всем доброго времени суток. Не знаю уж почему, но решил я сегодня карася на тинкару половить. Он как-то мне так захотелось. Что из этого получится, не знаю. Взял тинкару, взял коробушку с мухами и сейчас буду пробовать рыбу ловить, как мне кажется. Что из этого выйдет, абсолютно не знаю. Ну, что-нибудь получится. В крайнем случае, хочу попробовать такую штуку. Взял вот такие поплавочки, взял леску, крючочки, и сейчас, если уж клевать не будет, возьму маленький поплавочек, поставлю крючочек, насажу опарыш и буду рыбу ловить. Что-нибудь поймаю, в крайнем случае должен. Ну что, собираем снасти и вперед. Не хотят подлые караси на мухи клевать. Поставил поплавочек, поставил крючочек. Ну, что-то вот вроде одна какая-то была непонятная, то ли потяжечка, то ли чего. Сейчас посмотрим. Может, кто-нибудь отзовется. Не, здесь походу надо сорогу искать, идти. Карась что-то как-то неправильный у нас. Сейчас пойду посмотрю, может, течение где найду. Супер рыба. Да. Кто-то есть там. Карась на тинкару.
плавучек на тинкаре полная хрень. Если только на весу держать. Много поклевок из-за этого проворонил. Один пустой крючок только по верховой рыбе, на карася не пойдет, потому что пока до карася дотянется, уже всякие пилидюшки налетают. Пробую проверенный вариант. 0,2 грамма мормышка, 2 опарыша, сантиметров 70, наверное, поводок. Ну, у меня леска 0,17. Ну, будем пробовать. Так, на течение еще клюет, а в спокойной воде не хочет. Сейчас здесь еще маленько прокидаюсь, пойду обратно туда под мост. Может, там чего получится еще половить. Короче, тинкары надо на течение идти. Или здесь как-то мухи подбирать на верховую рыбу. У меня что-то с мухами фиг его знает. На течение как-то еще получается. Ну, я кибари подвязывал на мормышинг. Вроде карась даже ловился. И неплохо. Ну, когда на мормышку, когда на кибари подвязано. А это что-то. Пойду под мост схожу. Где течение есть, там рыбка поклевывает. Где течения нету, все, молчит, как партизан. Опа! Бежал карасяра. Это не карасяра был, это был щуканёнок. Сажал у меня мормышку. Ладно, перевяжусь в крайний раз. Тут, оказывается, еще и подлые шнурки есть. Сантиметров 10 ростом. Но мормышки едят. Поставил мотыля от Беркли. Попробую. Вот что. О, стукнул кто-то. Кунишки, наверное, маленькие.
стучит, стучит. Вот ты паразит. О! Вот такой карасик. Клюнул на мормышку с мотылем Беркли. На течение. Глубина сантиметров 15. Надеюсь, в камеру попал. Рыбалку на этом буду заканчивать. Что, карася я на кентару поймал. Правда, не на муху. На муху карась не хочет. На течение еще более-менее как-то стучит, отзывается. Ну, в принципе, рыбки поймал, погулял. Поплавочек испытал на кентаре. Полная хрень. То есть, если шнур чуть-чуть где-то утонул, пошла поклевка, начинаешь подсекать, пока шнур поднимаешь, рыба насадку бросает. Попробовал просто крючок голый с опарышем, ну, в смысле без поплавка. Вроде стучит, вроде не стучит. Ну, это на течение надо ловить, где в верхних слоях. Потому что даже смотрел, в тихой воде бросаешь, еле-еле тонет. То есть до карася не успевает дойти. Может, карась клевал бы. Поставил желтенькую мормышку. Начались какие-то поклевочки вроде, что-то начал. Ельчика, пунька маленького поймал. Какой-то полный шнурок у меня ее съел. Ладно, сейчас поставил беленькую. Нацепил мотыля Беркли, ломал карася относительно сегодняшнего улова, даже крупника. Мелкий карасик клюет, стучит, резвится, но на течение. Вот на течение с кентаром можно на тихой воде что-то. Или может я чего-то не так делаю, не там ловлю, не то ловлю, ну короче, не знаю. Буду экспериментировать, может быть что-то и получится. Может как-то пристреляюсь, найду ключик, на мормышке его нашел. Завтра, возможно, у меня появится новая камера. Ну, не знаю. Если я ее возьму, значит возьму. И, думаю, видео будет поинтереснее, видео будет покачественнее, звук будет покачественнее. Будем развивать канал. Так что не забываем подписываться. Лайки, дизлайки, комментарии, как обычно. Друзьям расскажите. Пускай тоже подпишутся. Можете поделиться видео, если понравилось. Мне, вам, в принципе, пофиг, да, мне приятно, вы канал лучше. Ну ладно, что, на этом всем пока.